Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. Мы в мире 1.3, в прошлой серии мы открыли тут ворота, убив демона-дракона, вернее, драконьего бога. Сначала я хочу сказать вот к этим вот своим старым знакомым, у которых я время от времени прихожу и отбираю траву. Прихожу, отбираю траву, потому что у меня ее достаточно мало. Это пятая серия за сегодня, и я думаю... Я думал, что я на предыдущей остановлюсь, но мне просто настолько интересно, что я не могу оторваться. Время уже 3 часа. Меня радует, что мне завтра не нужно рано вставать, поэтому я вот, собственно, и углубился в эту игру. Но, в принципе, у нас крайне неплохо все так получается. Но если я все-таки налажаю, то поймите, что я за сегодня убил людоеда, флеймлуркера, драконьего бога. И вот на этой локации мне неплохо так в итоге получилось продвинуться, но все же настучали. Так, теперь мне нужно надеть клинг-ринг вместо вот тебя, скажем, чтобы на жизни побольше было. И давайте продвигаться на этот 1.3. Мы на нем уже были в конце предыдущей серии, но сейчас, я думаю, нам будет попроще, потому что мы уже знаем, что куда. И кроме того, меня этот меч радует, драконий. Он, надо сказать, достаточно такой мощный оказался. То есть он послабее, чем бастард, но при этом скорость у него где-то в 3 раза быстрее. То есть ДПС у него натурально гораздо выше. Собаки страшные. Первый раз меня ужаснуло то, что творилось. Но сейчас уже как-то пофигу. Так, двигаемся сюда. Ворота уже закрыты, поэтому мы сразу поворачиваем направо. А, здесь уже и народ вышел. Противник, кстати, достаточно серьезный. Не воспринимайте их. Короче говоря, к ним нужно относиться крайне серьезно. Глупая смерть была в конце предыдущей серии. Я там просто поймал стрелу. Это, по-моему, позор. Столько всякого там побеждал. В результате обычная стрела меня снесла. Но там просто уже серия затягивалась, хотел ее завершить. И, в принципе, неплохой повод получился. Так, ладно. Меня устраивает. У меня жизнь восстановится, у вас нет. Так, Таперч. Проходим сюда напрямки. Сюда. Сейчас мне в попу воткнется. Да, точно. Смотри. Она мне в колчан прям залетела. Так, подожди, откуда стрелял? Что за звуки вообще? Как будто кто-то надо мной топчется. А там кто-то и правда топчется. Но подняться не может. Ладно, нашим легче. Да, блин. Давай чуть-чуть. Так, минус. Заслуженный. Блин. До свидания. А здесь у нас ассасин. Но вроде залезть не может, поэтому хрен бы с ней. С другой стороны, она сможет пробежать и вот отсюда ко мне прийти. Поэтому желательно бы ее убить. Ну да ладно. Придет так придет. Ай, блин, да что ж такое? Ой, елки-палки. Что-то эта серия у меня какая-то травмоопасная. Ассасин, давай сюда. Ух, чувствительность какая дикая. Опасайся засады.
Я уж знаю. Я уж тут был вчера. Ой, сразу два ассасина. Вот это вот реально плохо. Хотя нормально. Фу, хорошо, так. Вот сейчас может быть опасно. Потому что там кто-то идет. Так, раз. И два. Блин, отличный меч. Для таких узких коридорчиков самое оно. Так, сейчас за спину еще один, да, упадет? Или одна? Нет, это она и была похожа. Так, вот опасное место. Хотя, с другой стороны, в этот раз мне не обязательно убивать рыцаря там. Вот здесь у нас, правда, рыцарь есть. Тоже очень опасный. Или его теперь нет? А вон он идет. Братюня! Ох, какой ты, блин, нехороший ты парень. Спокойно. Спокойно, друг. Спокойно. Все, отдыхай. Ты заслужил. Так, вот тут я погиб в прошлый раз. Нужно быть очень осторожным. Там вон их сколько. Ой, вот тебя только не хватало. Так это мужчина все-таки, судя по голосу. Да, с тобой будут проблемы, я так понимаю, да? Так. Ну ладно, пока ты добежишь, я успею тебя пощипать. Теми-то, я думаю, справлюсь без поддержки, если они будут. Так, и мои души. Отлично. О, ключи. Пока не знаю, для чего они, но явно мне пригодятся. Ой, да лезь ты. Так, понял. Блин, все забываю, что этот меч не дальнобойный. Да, ну что ж ты короткий такой. Фу, так, ладно. Шаг вперед. Что-то я не очень горю желанием ради какой-то непонятной хрени туда спускаться и потом все это оббегать. Там еще кто-то живой, похоже, что ли? Ты посмотри, офигеть. Ну ладно. Раз такое дело, то пойдем. Ради души, да вы издеваетесь. Оно того явно не стоило.
Так, давай, где-то там. А, вон идет. Ах, скотина. Успел выстрелить. Так, ассасин там? Вроде нет. Бежит. Успею. Да, блин. Ты посмотри, какие гады. Так, тут главное не обжечься. В прошлый раз как-то непонятно и обидно было. Давайте лучше подлечимся. Смотри, по-любому обжигает. Сейчас вполне можно было погибнуть. Так, ладно. Тут вроде больше никого не должно быть. Если только с этими вот подраться. Я что-то не горю желанием. Один раз убивал уже и хватит. Так, наверх. А тут что? Отлично. Интересно, от чего я ключи получил? Так, копейщик, мечник и два арбалетчика, да? А, два копейщика. Офигеть. Это не очень хорошо. Ай, скотина. Давай, кто первый? Да не туда ты метишь. Ой, кому я спиной стоял, ой, кому я спиной стоял. Ой-ой-ой, хана, 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 со всех сторон. Со всех сторон. Блин. Ай-ай-ай-ай-ай. Да ты запаришь уже, братюнь. Да что ж ты творишь-то? Ты посмотри. О! Проникающий. Так, у меня к тебе счеты. Сначала я с ним разберусь, а потом мы с тобой поговорим, дружок. А вот так тебе такой проникающий нравится, в анал? Скотина. Ладно, месть моя была сладка. Так, а вы что-то в бой не включились. Мне очень повезло, что вы как-то проигнорировали меня. Спасибо вам за это. Ага. Фу, блин, что-то... Кажется, что легко, а на самом деле... Что-то все опаснее и опаснее. Ладно, справляемся пока. Ну, прикольная локация, мне она нравится. Очень круто проработано. И вон там вы видите первую локацию. Опять же, как в Дарке. Так, там у нас ништяк лежит. А тут у нас что-то скинут на меня сейчас, похоже, да? Блейд Мун, отлично. Да прыгай ты. Ух, блин. Чуть не умер. Да что ж такое-то, а? Вечно я все не вовремя делаю. Что-то мы высоковато как-то. Что тут пишут? Опасайся опасного врага. Ну, то есть, бойся опасного врага.
Вон, как вы видите, вон там вдалеке стоит 1-1 уровень. Вот дорога 1-2, где дракон шерстит все. А здесь у нас, значит, очередной рыцарь. Но я думаю, я с ним справлюсь. Если дурака не валять. Раз, два, три, четвертый где? Раз, два, три. Четвертого опять не будет, да? Опасный-то опасный, да не такой уж и опасный, по идее. Если бы я сюда пришел, конечно, уровней на 10 пораньше, то что-то эдакое было бы. Блин, автоприцел не работает опять. Да, целься ты в него. Блин, промахнулся. Не привыкну еще к этому мечу. У него все-таки маленько другие атаки. Гораздо быстрее и при этом достаточно сильные. Так, ой, блин, ну куда ты, ты дурак, а? Но с другой стороны мы оказались по другую сторону этих ворот. Но зачем ты спрыгнул? Я вообще просто подошел. Ой, блин, да если там что-то хорошее было. Целься, целься в него. Так, ушел. Хорошо. Что мы тут в итоге имеем? Ну нафига ты сюда вот ушел, блин, а? Так, тут ничего больше. Так, ну тут я еще не был. Помоги, помоги. Soulstar soldiers are after me. In the name of all that is sacred, please open this gate. Oh Lord, hurry! Ой, там острова убивают опять. Острова, острова, давай сюда. Ой-ой-ой, острова, что же ты наделал опять, а? Тихо, 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 вот этого не надо вот только. Отлично. Острова, я так понимаю, сквозанул, да? Один я тут справляюсь. Хорошо. Втроем веселее, верно? Четвером. Все? Блин, ну, какие у меня тут были шансы? Ворота я открыл, так что какие проблемы-то? Сейчас подойдем, накажем. Блин, ну ты посмотри, этот остров, он постоянно какой-то попадающий. Я в итоге из-за него еще погиб. Давайте, собачки. Добей. Так, а этими ключами я не смогу теперь открыть вот это? Я же ключи получил. Нет. А для чего эти ключи тогда? Странно, как-то ворот.
Заглушили, что ли? Так, ну давайте, идите сюда. По одному сейчас будем вас вытягивать. Блин, показалась лестница. Здание. Так, теперь вы. Желательно все же по одному. Вот с тобой вообще. К тебе это больше всего относится. Нравится? Нравится? Чего есть? Чего? Честно, убой захотел, что ли? А на меня нападать втроем честно было? Давай, до свидания. Ух ты, кепочка. Так. Неплохо. Глупо, конечно, выглядит, но неплохо. Так, давай ты сначала, иди ко мне. Блин. В принципе, если их чисто двое будет, то я справлюсь, если поддержки никакой не будет под концовку. Че вы там делаете? Опять острову рубите, что ли? Твою дивизию. Ну что ж это острова такое? Острава, давай, живи, живи, живи. Давай, типа ты их выиграл. Давай, ты их выиграл. Ну ты герой, Острава. Могёж, могёж. Ты спас мою жизнь. В третий раз я очень тебе обязан. Это все, что у меня есть. Пожалуйста, прими. Теперь я должен идти. Мой отец, король, ждет меня там. Вон там. Чистый Клирстоун. Рыцарский меч. Отлично. Говорят, что его можно убить. И тогда он даст ключ, который иначе может с помощью бага быть нам недоступным. Но я как-то к нему настолько привязался. Хотя вот его щит я бы взял. Я к нему настолько привязался, что я не смогу так с ним поступить. Поп-коп стареет, похоже. Ты живой еще, что ли? Ладно. Чё за шаги? Ой, блин, ну что ж ты делаешь-то? Ой, ладно, это похоже острова. Да, твою дивизию, да что ж ты, блин, я просто подхожу к стенке, и он сам прыгает. Ну как так можно? Слишком как чувствительно это сделано. Острова там огребается где-то. Жизни промелькивают. Слушай, его сейчас грохнут. Там лучники, он просто от них никуда не денется. Блин, помочь ему нет? Мне не его жалко, мне жалко ключ, который из него выпадет и пропадет, если я... Хотя его жалко тоже, да. Трава. Острава, ты где там? Давай не попадай, а.
Так, это то, что я думаю. А, ну все понятно, теперь я сориентировался. Фу, так, ладно. Надеюсь, он не умрет. Жизни вроде у него еще полно. Да, блин, как ты задел-то вообще? Что же за день такой? Меня бьют и бьют. Так. Команда в шляпах идет убивать меня, похоже. Давай. Да блин, что ж стрелок такой хреновый? Давай, 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 давай. Да хоть блок поставь, что ли, я не знаю. Все, кончилась команда в шляпах. Так, хорошо. Солдатский лотос, тоже прекрасно. А нам, похоже, он туда. Это уже, похоже, сам по себе королевский замок, да? Так, там ко мне никто не поднялся. Народ-то вроде бежал. А, вон он возвращается. Все, похоже, кипиша нету. Охрана, надо сказать, достаточно серьезная. Не факт, что я выживу сейчас. Так, вот теперь, когда я хочу... А, нет, все нормально. Давай, перелезай. До свидания. Так, там мы острова защищали. Че тут, прошайка? Тебе нужен уровень 60 спереди, а у меня какой... А мне 59. Не, не пойду. Ладно, шучу. Так, надо их как-то вытягивать будет. Если они все скопом на меня кинутся, это будет настолько печальное зрелище, что... Знаете, воришки. Не ожидал. Молодца. Так. Подружка твоя придет, нет? Да хорвет, это делать не обязательно. Блин, ты посмотри, а. Мерзавцы. Так, давай, 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 давай. Блин, как с теми вот с тремя сразу справляться? Еще этот толстячок рядом. Если только стрелой по одному вытягивать, да и то не получится, я думаю. Травинка, отлично. Ух ты, смотри, сколько трупов тут. Тут натурально гражданская война была. Ой.
Че, бежишь, демон? Ну, беги, беги. Это что там у нас? 1-4 получается? Давай, 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 давай. Знаем, проходили. Хорошо. Так, второй пойдет, нет? Второй не идет, отлично. По одному-то можно. Все-таки я налажал. Давай, лечись. Да ты посмотри, какая скотина. Так, ладно. Все, последний. Тихо. Спокойно, дружок, спокойно. Фу, такие, какие же вы неприятные ребята. Отлично. Блин, ну величественно, конечно. Тишина. Да чего атмосферная игра все-таки? Так, ну что? Там босс, что ли? Да, там явно босс. А зачем мне сейчас к боссу? Я сейчас все свои 32 тысячи душ потеряю. Но с другой стороны, эти 32 тысячи душ мне не больно-то издались. Я никогда особо насчет них не трясся. А, травы у нас полно для лечения. Оружие у нас хорошее. С богом чё? К первачку я не думаю, что победим. Я даже не знаю, кто это. А, это копейщик, по-моему. Да, это копейщик. Наслышан. В комментариях же писали, посмотрю, как ты с пенетратором будешь разбираться. Ну, то есть не копейщик, но вы поняли. Ёлы-палы. Ты посмотри, на какой длинный. Так, ну сейчас я умру, и серия закончится, я думаю. Понял. Понял. Ну и чё? Всё, что ли? Так я тебя стрелами убью сейчас. Так, понял. Шутка не удалась. Факир был пьян, фокус не удался. А что с тобой делать-то? Вообще не понимаю. Давай, ну. Что с тобой делать? С одного удара? Да не может быть. Все, хана. Ну да.
Ой, приятно познакомиться. Моя новая головная боль. Так, ну ладно, хрен с ними, с этими 32 тысячами душ. Я их очень быстро при желании накоплю. Давайте, я не знаю, сколько сейчас времени. Уже, наверное, блин, время уже 4-й час. Давайте на этом прекращать эту серию. Надеюсь, вам понравилось. В следующей серии мы, наверное, пойдем не на этот уровень. Потому что пока что я не представляю, что с ним делать, честно говоря. Надо обмозговать. В следующей серии мы, наверное, пойдем в Blight Town или 4-2 попробуем. Но, короче говоря, куда-нибудь не сюда. Потому что, в принципе, жить тут чисто с врагами справляться очень легко. А вот когда добираешься до босса, понимаешь, что... Хотя, в принципе, я думаю, на этом уровне его может запилить. Но как бы там ни было, короче говоря, это достаточно непросто будет. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.